Сегодня мировой автопарк насчитывает порядка 2 миллионов электрокаров и гибридов. В частности, в России зарегистрировано не более 4000 зеленых машин. Спрос на них невелик, и тому есть несколько причин. Главная из которых – высокая цена, обусловленная большими затратами на производство аккумуляторных батарей. Но, похоже, в скором времени все изменится, ведь ученые уже разработали альтернативные аккумуляторы. В Москве состоялась пресс-конференция лауреатов международной премии «Глобальная энергия». В число победителей этого года вошел доктор наук Халил Амин. Профессор Соединенных Штатов удостоился награды за прорывное изобретение – супероксидную систему, которая придет на смену нынешним аккумуляторам. Супероксид представляет собой соединение лития с кислородом. Такой аккумулятор способен выдавать в 5 раз больше энергии, нежели привычная нам литиево-ионная батарея. К тому же он значительно дешевле в производстве, ведь в его составе нет дорогих металлов. А значит, и электромобили в обозримом будущем станут доступнее. У литиево-ионных аккумуляторов есть проблема. Когда запускаешь двигатель в морозное время года, электромобиль испытывает трудности. Он не может заводиться легко. То же самое будет происходить с супероксидной системой, поскольку в составе ее электролита также присутствует литий. Правда, здесь есть технологическая новация. Можно применить маленькую дополнительную батарею, которая облегчит запуск мотора и моментально прогреет основной аккумулятор. Впрочем, ожидать скорого появления электромобилей с супероксидной системой не стоит. Ученым предстоит проделать огромную работу, потрудиться над жизненным циклом аккумуляторов нового поколения, а также доказать их безопасность. Согласно прогнозам, технологию начнут применять на электрифицированном транспорте лишь через 15 лет.